не знаешь, что такое боль. Настоящая, невыносимая боль, которая преследует тебя всю жизнь. Парень, у тебя эпилепсия? Ну что, готов пойти к мамочке? Кали, зачем убил мать? Я не убивал ее. Где ты был сегодня в 12 часов дня? Где мой второй сын? Где Иван? Иди, его похоронить. Эдгар, у меня на первой линии Данила. Вопрос на крышу. Ведь у нас с тобой на двоих одна душа. Если умрешь ты, то я умру с тобой.